войной, которой мы не участвуем, но это считаем, что у нас происходит, Украина. Ну как так? Я армянин, но мне грустно, как русский и украинский народ. Это намного хуже, чем у нас в Карабахе. Ладно, там азербайджанцы, мусульмане, мы христиане, там другие корни. А здесь, как смогли ядреные капиталисты американские стравить двух братьев с одними корнями, я поражаюсь. Вот, пока так. Давайте продолжим по Украине, раз уж начали эту тему. По Украине я скажу так. У меня есть раз, два, четыре человека, которые вызывают у меня отвращение. Это Порошенко, это Турчинов, это Яценюк и это Аваков, к сожалению, земляк. Вот эти четыре человека вызывают у меня омерзение и отвращение. Это я говорю про то, что происходит у них. Кто движет всей Украиной в данный момент, не считая зарубежных там спонсоров, все это понятно, все это есть. Но вот четыре конкретно человека, которые я не могу ни с какой стороны, ни что объяснить, кроме как мерзостью и жаждой наживы. Хотя далеко не бедные люди. Хорошо, а вопрос такой, когда и чем, на ваш взгляд, на Украине все закончится? Вот, и что делать обычным людям здесь, в России и там, на Украине? Вы знаете, иногда я так послушаю, все. Я говорю, я заболел этой информацией все время, как началось, этот абсурд, морозом как пошел. Я не могу, я все вести подряд, да, одно и то же. Там, я все подряд слушаю, все время я психую, все время... Иногда хочется взорваться, и я поражаюсь. А, был бы я на месте Владимира Владимировича, не дай бог, то я бы хотел быстрее закончить это унижение. Но он прав, нельзя так. Силой на силу, даже не сила, силой здесь надо прийти к тому, довести до того, чтобы народ сам изнутри, чтобы украинец сам сказал, хватит, а пошли вы и взял себе, я не знаю, за оружие, наверное, за оружие, потому что, извините, правый сектор там и прочие секторы, все они эти, азовы, шмазовы, они все вооружены. Значит, надо, чтобы основная масса возмутилась и стряхнула всю эту, я не знаю, как их назвать, коричневую чуму, которая вдруг свалилась на них, которая там была, она, ее просто до конца не добили, и вот она на благодатной почве этой, которая сейчас произошла. Вот сбивчиво рассказал мое отношение, когда оно закончится. Тогда вот, когда народ сам захочет покончить с этим, когда наестся этой, он и так уже на грани, когда наестся этой нищеты, крови, беды этой огромной, ну как можно... Не знаю, у меня два внука, я на секунду представляю, если не дай бог что-то, да я, будучи уже ветераном труда, уже где-то инвалид, да, у меня протез, не протез, а вставили сустав, я бы хромая попер бы туда мстить, не дай бог. Я бы не представляю, вот как детей можно, то, что происходит. Я говорю, доктор Лиза, я привез, это вторая мать Тереза. Огромная благодарность ей. Хорошо, а на ваш взгляд, будущее Украины и будущее Донбасса, оно в плане, вот, да, политическом, в плане географии, там, да, там, очень многие говорят, что Украине как государству уже там, немного осталось, недолго, да, что развалится она, по сути, на части. Вот кто-то говорит, что нет, наоборот, там, да, но ваше мнение, что... Может быть, она не то, что развалится, она, а Украина сократится, то есть западные какие-то... где я много раз был на съемках, это Мукачево, да, западная часть, Львов и так далее, они отойдут, которые были, наверное, судя по всему, благодаря этим четырем перечисленным людям, они отойдут все-таки. Европейские типа приграничные государства заберут обратно свои. Основная часть, средняя Украина, восточная, она будет настоящей, здоровой Украиной, она будет дружить с Россией, очень хорошо дружить будет. И мы будем помогать, естественно, и все будет нормально, и замечательно. И Крым будет общий. Общий будет Крым. Неважно, что там написано, как это не по паспорту, а по морде говорят, да? Неважно, что записано, что это территория. Это будет общий Крым, как был при Советском Союзе. Общий он у нас был. А последние годы, кстати, Советский Союз замечал, там уже поперло вот это какое-то хамство, которое в итоге в эту ненависть, человеконенавистство вылило все это.